И сколько, если не секрет, такой аппарат стоит? Ну, убрали за 2 миллиона. Долларов, да? Евро. Ну, нарыл кроссовки, мега удобные, просто нереально. Наверное, надо взять. Клевые, да? Да, да. Ну, так тебе такие надо с твоим весом. Не, мне очень понравилось. До чего мода дошла? Мужики с блесками ходят. А это тоже мужские кроссовки или, надеюсь, это хоть женские? О, Ксюша, смотри, прикид. О, готово, прикид. Так, для Зелебова, да? Вот что надо. А, блин, вообще мега полевая штука. Придумала. Вообще крутейшая, ну. Да? Максимальная скорость 35 км в час, здесь 45. А гаишники как? Да, как? Юридически это определяется как мопед. Естественно, вам нужны права категории М. Если у вас есть категория А, то М. А если нет, то не закончится. Естественно, тогда у вас идет беседа. Там еще это по генплану. Генплан же утвердили. Наши тоже вчера приехали и сказали, что там генплан такой утвердили. Да, я еще, короче, думаю, почему генплан Севастополя столько тянут. Симферополь уже год, генплан, все нормально. А оказывается, они где ИЖС, малоэтажку сделали, и теперь народ там вообще возмущается. Вы правильный стол выбираете, здесь просто розетка. Мне нужно быстро сейчас смонтировать это горячее видео, его надо сразу выкладывать. Так вот, блогеры повсюду, вообще плюнуть некуда. Одни блогеры, да? В общем, какой-то там кипиш вообще страшный. Мне прибегает Аленка, говорит, беги быстрее снимай. Там что-то у кого-то землю отнимают. Извиняйте, но, как я уже говорил, политики на канале не будет. Она мне в Беларуси настолько в печенках сидит с Белоруссией, что никакие политические темы обсуждать не хочу. Ну, а здесь что делаете? А здесь гуляем, жрем, как всегда. Короче, с одного кафе мы вышли, идем в другое. Кушайте больше, кушайте чаще. Это самое-самое-самое чебуречное. Вот она, в балаклаве. Самая крутая чебуречная Крыма. Я ничего не хочу. Я ничего не буду? Наелась, где чебурек с сыром, да? Да. Два чебурека с яблоком и корицей. Я себе взял. Один.
Короче, тебе один с яблоками. И чай тебе лопни, на траву. Лопни, да. Я тут хожу, говорю, что буду... Что ты сказала? Лопни, да. Все, ты не будешь? Нет, буду. Нет, не буду. Я сам съем. Проблема тут все, блин. Там два человека с яблоком вообще в легкую. Да. Я про это место знаю со своего прошлого приезда. Меня тогда здесь... Мне это место показал в свое время мой подписчик, когда летом приезжал. И мы периодически сюда тоже ездили. Но не хотел я рассказывать. Полит такое самое клевое место. Но пришло время. В общем, реально, лучшие чебуреки это здесь. Они безупречны. Вот она. Лучшая чебуречная Крыма. Кого ты тут назвал изюмкой? Тебя. Я сердце канала. Это же креветки, да, такие? Или... Это черноморский рачок. Для рыбаки называют усики. Его едят, да? Ну, естественно. Я знаю, кого-то ловят, кого-то женят сам. Это наши семечки, только семечки ты зашаряешь желудок, а это чистый белок. Ага. Колган. Колган, точно. Да. Она самая вкусная, вот эта вот именно небольшая, она самая вкусная. Надо приехать за ним. Но если так гульнуть, ага. Вот такая вот. И это от 5 килограмм. Это вообще супер. Камбала, да? Да. Вот этот колган. Нет, это уже камбала. Ты тоже черноморский? Вот такая же, да, наша. Да? Вот такие колеса от 5 и до 8 килограмм она бывает. Нифига себе. Вот такая толщина, ну то вообще, ну... Самая свежая рыба, народ. Самая вкусная. Улица Калича, 8, рынок Кадыр. Кадыковский, павильон 107. Да. Вас же прям рыбаки, да, привозят? Конечно, у нас вся вот эта свежак с моря, что есть море дает. Вот оно все на витрине. Да. Стой. С капитаном. Уже даже яхта. Давай руку. Коша, давай. Да, прыгай. Все, так что приезжайте в гости. Ого. Спасибо. Протрезвели. Мы сейчас по мажористому отвисаем на яхте стоимостью, ну, примерно около ляма долларов, так. Че, в принципе, вот, Вован, какая нормальные пацаны на каких яхтах катаются. С открытой крышей. Все, ты уже на каждой рейсе. Да. Все, у меня кончилось. Так, здесь блин, у нас... Блин, сам ты каюту знаешь. Каюту. Я вообще тебя. Чума. А что я не против Сергея посмотрю? Спальня. Да. Здесь еще одна спальня. Телевизор. Да, мать, чтобы я так жил. Да. Пап, нам тоже надо яхта. Ну, купим что, возьмем. Туалет, наверное, да? Да, туалет. И закрыт. Да. Серьезно. А это какой класс получается? Это В-класс. Это в океанский, нет? Не, а классу нет, она не океанская, она по морю. По морю, она да? Не пойдет, она по топливу, да. Тут практически нет океанских. Круто. Да это только, кто не знает, по топливу как оно. Будешь нырять и хватать? Они кушают топливо много. Старший брат? Наверное, да. Тело. Сейчас. Каюту. Каюту хочет, да? Мы сейчас домой. Сейчас, 5 минут. Нифига себе. Да здесь в одном машинном отделении жить можно. Не, серьезно, а что? Вот сюда спальник поставил. Я согласен здесь жить. Я согласен здесь жить даже. Прям вот вон коврик уже лежит. Представляешь?
Что, офигеть вообще. Что, новая мечта, да? Я 40 тысяч никогда не накоплю, точнее 40 миллионов. А, ты что? Чего ты решил? Уже надо начинать копить. Да. Ксюш, ну если вы отсюда сейчас начнем прям копить, на кофе. Да не переживай, тебе папа все купит. Конечно, папа накопит. Папа все купит, папа все решит. Идеально, да? Ксюш, ты так не прыгай, ты что, обалдела, что ли? Ну что я могу сказать, друзья? Жизнь удалась. Приобрели яхту. Пойдем, наверное, через Средиземное море, на Канары куда-нибудь, в те края. Так что следующий наш пункт назначения – Мальдивы.